Нишихара Хиротака играет один из финальных поединков. В Японии он побеждал на чемпионате своей родной префектуры, проявил себя на первенстве страны. За победой приехал и во Владивосток и добился своего. В самом важном матче обыграл соперника из Кореи. Я, если честно, немного боялся ехать во Владивосток. Думал, люди здесь будут недружелюбные. Оказалось, совсем наоборот. И турнир великолепный. В своей карьере впервые играл против русских. Пришлось попотеть, чтобы выиграть. Всего в международном турнире участвуют 40 человек. Соревнуются школьники от 13 до 18 лет из Южной Кореи, Японии и Приморья. Турнир ведет свою историю с 2006 года. Изначально он был соревнованием исключительно для бадминтонистов. Но потом организаторы решили, что опыт международных матчей будет очень полезен и теннисистам. Поэтому он проходит на двух площадках. Бадминтон играют в спорткомплексе «Олимпиец», а в теннис здесь, в Доме тенниса. На корт вышли только девушки. Победителя в личном первенстве определять не стали. Играли за очки в копилку своей команды. Лучшими оказались теннисистки из Южной Кореи. Приморские спортсменки стали третьими. Наша команда была, к сожалению, не такой сильной, потому что многие хорошие игроки разъехались по разным странам. Узбекистан, в Таиланд, для того, чтобы тренироваться там, потому что условия там лучше. Если бы мы выступали более сильным составом, мы бы выиграли всех. Но поражение не повод расстраиваться. Здесь важнее полученный опыт и общение с коллегами из других стран. Дети есть дети, они, у них много общего, поэтому даже, может быть, и переводчика не надо. Они веселятся, улыбаются, это самое главное. Как говорят организаторы, народная дипломатия в этом турнире играет важную роль. И в этот раз изюминкой стали поединки в смешанных парах, где в одной команде играли девушки из разных стран. Всеволод Крапивин, Константин Селезнев, «Панорама».